Не дайте себя обмануть. С таким призывом сотрудники полиции обращаются к ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам. Несмотря на многочисленные предупреждения, многие жители республики до сих пор лишаются своих денег, которые у них выманивают мошенники. Очень часто под их прицелом пожилые люди. Аферисты с целью проникнуть в квартиры стариков представляются медицинскими или социальными работниками, сотрудниками военкомата, предлагают приобрести лекарства или продукты к празднику по нереально низким ценам. Были ситуации, когда мошенники пытались выдавать себя за музейных работников и просили у ветеранов ордена, боевые медали или наградное оружие, якобы для участия в выставках. В эти дни полицейские проводят встречи с пожилыми людьми, подробно рассказывая об уловках мошенников и разъясняя, как не быть обманутым, вручая памятки с рекомендациями, как не стать жертвой обмана. Но профилактическая работа не будет полной без общих усилий, говорят полицейские. Только их бесед недостаточно, поэтому обращение к детям и внукам старшего поколения жителей республики. Напомните своим пожилым родителям, бабушкам и дедушкам, что осторожность и бдительность в общении с незнакомцами никогда не бывают лишними.